Армяне на этот раз замахнулись на турецкие байрактары. Как передает Ахар Ас, интересные кадры разгуливают на просторах армянского сегмента социальных сетей. На кадрах заметно, что съемка проходит во время поминок армянского солдата, и одна из присутствующих фантазеров неуместно говорит чушь на мероприятии. По ее утверждениям, в кавычках, великие армянские ученые высылаются за границу, и кто-то из них даже успел когда-то создать знаменитый турецкий БПЛА Байрактар. Назвав байрактары чертовыми, она яростно заявляет о находящихся на чужбине бедных армянских физиках и кибернетиках. Мне просто жаль, что вот наша страна своих солдат, своих хороших ученых отпускает за границу, но они могли бы их оставить. И этот чертовы байрактар ведь наши армяне создали. Не отпускали бы наших физиков, не отпускали бы наших кибернетиков. Казалось бы, какое отношение имеет физика к строительству беспилотника? Так вот, для наших честолюбивых соседей вид науки не имеет особого значения. Главное, что сам народ состоит только из древнейших ученых. А с другой стороны, если байрактары армянские, то зачем надобно называть их чертовыми? Кто назовет свой айран кислым? Азербайджанская пословица. Тут даже и спорить смешно. Мне просто жаль, что вот наша страна своих солдат, своих хороших ученых отпускает за границу, но они могли бы их оставить. И этот чертовы байрактар ведь наши армяне создали. Не отпускали бы наших физиков, не отпускали бы наших кибернетиков. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.